Яков Романенко учился в первой школе Десногорска. После этого поступил в высшее учебное заведение Санкт-Петербурга. По его окончании был распределен на Дальний Восток. Яков проходил службу в Приморском крае на Курильских островах. Сейчас он несет службу во Владивостоке. В родной город Яков приехал всего на несколько дней. И в этот период Валентина Рожкова, председатель комитета солдатских матерей, попросила его встретиться с молодыми десногорцами и рассказать о своей службе. При поддержке комитета по образованию она организовала для школьников урок мужества. Поприсутствовать на нем смогли ученики третьей школы, где и приходила за занятия. Капитан рассказал детям о том, как проходила его служба в Сирийской Арабской Республике, показал ребятам снимки, которые были сделаны в то время, а также рассказал о престиже профессии военнослужащего, кем теперь могут стать и девушки. После этого школьники могли задать любые вопросы Якову Романенкову. Яков Михайлович, какими качествами характера необходимо обладать человеку, выполняющему свой военный долг перед Отечеством? Перед Отечеством, мне кажется, это, во-первых, нужно целеустремленность человека, чтобы именно не бояться пойти по этому нелегкому пути. Капитан также отметил, как важно проводить такие мероприятия, ведь они учат детей любить свою страну. Это очень хорошо для нашего молодого пополнения, для учащихся призывного возраста, которые сейчас им нужно сделать выбор очень серьезный, куда пойти дальше, связать свою службу, может быть, с военным учебным заведением, да и вообще стать примерным гражданином Российской Федерации. Вне зависимости от того, какой выбор сделают молодые люди, главное верить в себя и стремиться принести пользу своей стране. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.